Ребятки, всем привет, с вами Борода, это канал не Нави, и сегодня мы делаем обзор на новую игрушку, которая в раннем доступе, и называется Operation Harsh Deerstalk. Давайте посмотрим, что она из себя представляет. А на данный момент она доступна только в одиночной игре, но в игре планируется и полноценный мультиплеер. Это должен быть годный шутан. Но, так как это демо-версия, соответственно, могут быть какие-то проблемы. Потому что она только выкатилась, демочка эта, чтобы игрок мог посмотреть, нужно ли ему покупать эту игру в дальнейшем. Или можно обойтись и без этого. Так. Понимаю, мне нужно выбрать сторону. И место для спавна. Окей. Так, ну мы высадились. С горем пополам. Так, у меня есть оружие. Я так понимаю, у нас происходит все в военное время. Так, и в руках у меня что-то по типу коряка, скорее всего. Я буду пытаться в кого-то попасть. Еще бы понимать, оно долетает к ним или нет. Давай, гайс. Так, по мне уже стреляют. Я не понимаю, откуда, но пару раз по мне явно попали. Буду пытаться сблизиться с врагом. В меня попадают, и я пока что не очень. Это был враг? Серьезно? Я думал, это свои. Возможно ли здесь изменить как-то оружие? Пока непонятно. Очень странно играть. Я 100 лет не играл в игры военного жанра, если честно. Последний раз это было еще в школьные года. Поэтому весьма-весьма странно. Вот я смотрю, у них совершенно не такое оружие, как у меня. Но мы идем в наступление. Я пока, скорее всего, никого не убил. Так, у меня кончились патроны. Балдеж. А главное, самое время. Когда только мы подошли в наступление. Уложил или нет? Да, уложил. Наконец, я в кого-то попадаю. Балдеж. Вот сейчас не попал. Вот сейчас попал. Хорошо. Можно у них оружие подбирать их? Не, их оружие нельзя подбирать. Здесь есть ускорение, поэтому можно идти занимать их бараки. Да, ты будешь стрелять, дядя? Дал шот. Не дал шот. Он не дал шот. Ай, надо зарядить оружие. Как поменяться? Здесь есть граната, серьезно? Лови гранату, мужик. Смотрим. Должна взорваться. Да, взорвалась. Хорошо. Я не видел, что у меня даже гранаты есть. Это великолепно. Так, еще одну кинул. У меня экран потемнел, я так понимаю, это из-за того, что я тоже попал под гранаты. Так, меня прикрыли, хорошо. Я хочу похилиться. Хил происходит с помощью бинта, да? Все, один был, и он закончился. Великолепно. Так, надо перезарядить оружие. И наступать дальше в бой. Скорее всего, здесь можно как-то изменить оружие, потому что ну, с этим особо не поиграешь, как по мне. Но, возможно, для демки стали не заморачиваться и залили только одну пушку. И еще проблема с прыжками здесь. Я не могу просто залезть туда. Это жесть. Не, смотри, просто ни в какую.
Так, я тихо, враг. Да умришь ты, слушай. Не умирает ни в какую. Так, мы вроде как захватили или не захватили. Нет, мы не захватили новую точку, поэтому можно высаживаться заново. Но вот это вот почти была захвачена, смотри. Возможно, я могу подождать и захватить ее заново. Но нельзя здесь просто никак. Вот можно изменить команду. То есть я могу пойти за других. Давайте посмотрим, попробуем. Почему нет? А здесь я вижу как минимум шашки вместо гранат. Но оружие, я так понимаю, такое же. Да, оружие такое же самое, в принципе. Визуально немного другое, но в целом одинаковое. В общем, игра-то должна, по идее, быть слабой. Я не скажу, что у нее будет какой-то грандиознейший успех на самом-то деле. Я в это не верю. Да, я понимаю, что это сейчас демка у нас, но почему-то мне кажется, что данный жанр является неактуальным в наше время, что ли. Ну, как бы, людям, по-моему, лучше играть в королевскую битву с теми же войнушками, которые и здесь. Но там гораздо интереснее механика, гораздо больше ассортимент по оружию, гораздо динамичнее они. Так, а я хочу шашку метнуть. Я могу это сделать? Насколько далеко она ее... О, так слушай, нормально. Но почему-то шашка отдамажит и меня. Я не знаю, с чем это связано. Меня это раздражает жестко, но да ладно. Вроде как бы ты бросаешь достаточно далеко, но она все равно тебя влетает дамагом. Ну, в общем, геймплей вы, в принципе, уже поняли. Я думаю, это несложно разобраться в данном геймплее. Он весьма несложный. Выбираешь точку позиции и отыгрываешь с этой точки. И все. Делаешь незамысловатые атаки. Стрельба здесь очень легкая, как по мне. Я в ней ничего сложного не вижу. Немного приловчиться к этому прицелу, чтобы очень долго не тупить. Дал ему в ногу, не встает, хорошо. Там он еще один идет, тоже уложил. Ну и куда ты ушел? Не попал, да? Вот этого попал, слушай. Ну, так видишь. И в этого попал. Даже в прицел не обязательно заходить. Надо отойти назад, немного перезарядиться. По сути, они все предельно просто умирают. Один выстрел, и ты труп. Редко, когда получается, что тебе нужно дать ему два выстрела. А тебе в основном надо больше одного выстрела. Ты с одного выстрела не умираешь. Вот, сейчас я умру. Надо отойти назад, перезарядить. Вот видишь, сейчас он не умер с одного выстрела. Но потух с двух. Если брать повыше, где-то в районе шеи, головы, вот сейчас смешно полетел, то умираешь-то тип в любом случае. Чё, у меня нету патронов. Даже есть наклоны. EQ работает, как в PUBG. Не дает мне прорваться в Солянова. Получается, в Солянова сложно пробиться. Так. Видишь, попал в броник, скорее всего, и он просто присел, он не умер. Не
попал. Окей. Мало шашек, мало хп. Давайте попробуем смоук. Это смоковая должна быть. Да я же смоук дал. Чё ты на меня атакуешь? Дурак, что ли? О, смок пошел. Убегаем в смоки. Ух ты, смотри, у этого пистолет, офицер. Офицер с пистолетом. Ну, в общем, ребят, не будем мы уделять много этой игре. В принципе, все понятно. Я думаю, каждый для себя поймет, нужно ли установить демочку и попробовать поиграть. Если она тебе все-таки чем-то зацепила, установи, поиграй. Тем самым поддержи разработчика. У нас тут есть несколько разных локаций. В следующем выпуске мы попробуем еще одну локацию, и ты скажешь, как тебе эта игра. На этом все. Большое спасибо. Пока-пока.